Хейо, гейсами жуки, мы проходим дальше игру Энворти. Короче, знаете, что оказывается? Пипец, вот почему у меня всегда вот такая хуйня происходит? Понимаете, нам нужно теперь вернуться обратно. Для чего? А для того, что у нас все-таки там было. Возможность прокачиваться. Понимаете? У нас там была возможность прокачаться. Ну, после того, как я там, типа, что-то сделаю, я смогу там прокачиваться. Ой, больно. А я сглупил и убежал раньше времени. Я, типа, хотел пойти в другую сторону, потому что там же тоже у нас было много куда места. Типа, в две стороны. Допустим, здесь, где я могу сломать, да? Вот это вот проходик. Вот так вот. И получить еще... четвертую хилку получить. Оказывается, хилочки даже так валяются. Неожиданно. Ребят, тогда нам придется все лутать и все смотреть. Насчет невидимых стен, ну, секретных стен, будем правильно это назвать. И все в таком духе. Ну... вау! Я его ваншотнул? Окей. Бля, ну меч он быстрее будет, поэтому... меч. Мечок лучше. Там еще что-то есть. А это людские души. Что самое главное, они не difference from the spunk. I suck in the scenes on the bodies. And over time in this world. Else. Eventual and the souls must exquise. Блин, ну давай, давай, давай. Я не хочу, не хочу читать. Так, you must brain your sin. Или sun, sun, солнце, наверное. Не сына, или сын, или солнце, не понимаю. Sun, sun. Или сон, подождите, сон. Сани, сани. Не, сани это по-другому пишется, через У. Или русскую И. А чё, у меня ХП так мало стало? Так, поклониться. Вот что мне нужно было. Так, теперь мы можем прокачиваться, ребятки. Мел атак. Милишные атаки. Поднимаются на 3%. Дел. Я не знаю, что такое за дел. Наверное, спецприем. 125%. Дамаг на единичку. Основной урон. Мил атак. 3%. На единицу всего лишь. Серьезно. Return damage to mill attacks. Скорее всего, принимающий урон, который я могу. 3. Ну, 3 дамага. Life food. Boss timing стамину. Какая-то легкая еда, поднимающая стамину на 4. Фляжки. X-Scan, Flex, Bayou. Короче, пополняю тебе 5 хпшек. Intellect, Intertable. Поднимаю тебе армор на соточку. Так. Ла-ла, Bayou, Life, Hit Points of You Full.
восстанавливаю тебе 25% хитпоинтов полностью. Скорее всего, есть шанс того, что да. Include max points. Максимальный хп поднимается на 8. Souls Sip Hop. 1,5 fills поднимает фляги. Kills animals. При убийстве противников. Ну, короче, есть маленький шанс, то есть 1,5, то что при вот это убийстве врага у тебя восполнится фляга. Ага. Ну, в принципе. Один дамаг, серьезно. Дуэльс. Ну, дуэль. Скорее всего, это когда ты сражаешься один на один. Миль атаки, F3. Фит, Heartblade. Мили атаки хэв дают 3%. Чейдж на дуэли. До 25%. А, то есть есть 3% шанса, то что при милишной атаке я нанесу на 125% больше дамага. Миль с атаки. Returns. Скорее всего, это типа шипы. Возвращает 3 дамага от милишных атак. Ну, типа, если меня это будут косы, да? Давайте, я не знаю, вот это вот прокачаем. Да, чич-чич-чич. Флягу, понятно, нужно будет качать. У меня какие-то там вон короны, я вижу. Это то, что я мог у челика купить за 2 куска. Чё? Soul Flame Masters Level 1. Ага. Ага. И все. Ага, классно. Окей. Но все равно до next прокачки мне нужно. Там сколько? Много. Все, давайте возвращаться. Невероятно, you will remember that. Ты должен помнить это. Так, сколько теперь у меня? 17, хорошо. Ну, блин, на единицу? Я не уверен, что единица это так много. Почему такой урон, блядь? Неудивительно, что я сразу отъехал, когда на меня челик напал. Ну, когда не челик напал, а когда я упал. Тогда ноль удивлений, на самом деле. Так, мне сюда нужно и туда. Мы побежим сейчас сначала влево, чисто влево. Я понимаю, что справа там у нас ледяной участок. Но меня интересует сейчас левая сторона. Почему? А потому что. Мне кажется, что слева там будет что-то лучше, то, что мне нужно. Только теперь мне нужно пауков как-то здесь наебать, чтобы они мне, типа, говорят, ну, типа, ладно, 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 тише, тише. Так, а вот здесь вот загвоздочка, потому что я видел, как челики прокачивались около костра. То есть около ритуального вот этого святилища. А я что-то не могу. Ай, ладно. Нормально, нормально, ладно. Лакерс Блад. Блин, ну тут плохо то, что типа там определенное количество надо. А я мог, в принципе, здесь пофармить души. То есть. А, нет, стой, мне только сатан дают, да. За 10 мне дадут косарь. Блин, это не там много. Так, я могу вниз пойти, но мы пойдем влево. Я просто. Блин. Нахера я поехал? А спросите, блядь. А, кстати, здесь уже тоже проход есть.
Я сейчас здесь этот, если что, спрыгну. Здесь такой участочек есть. То нормально. А мне интересно, знаете, что если... Нету. Блин, нужно не забывать, не путать карту с... Скорее всего, это внизу. Только что-то... Сердце обычное? Ой. Ну, мне нужно вернуться. Я сейчас у костра отдохну. Поднимусь. И я там что-то заберу, потому что там все-таки что-то валяется, потом сердце стучит. Если сердце... Я не знаю, что вообще сердце дает. Скорее всего, это фулл... Какого черта я выше поехал? Алло. А какого черта мы поехали дальше? Можно вопрос? Типа, такого не должно быть? Эй, не-не-не, мне нужно этот. Туда. Вниз. Или типа из-за того, что я уже там подобрал, мне уж больше не дадут туда попасть. Эй, ты, ну как бы так нечестно. По сути. Так, 11 минут. Тихо. 11 минут прошло. Прошло 11 минут. Вот здесь стучит где-то сердце. Так, а вот так, просто так я спрыгнуть не могу, вот жаль. Тихо. Так. Хорошо. Мне страшно. Ебать. А, пещера. Ой, тихо. Все хорошо, все хорошо. Я просто за то, что я не смог тогда пройти через этого мужика. Еще одна фляга. А, нет, это кей. Данжен кей. Какой-то ключ. Блин, смотрите, я мог... У меня было два варианта. Теперь как так пройти, чтобы не сдохнуть? Так, у меня две хилки осталось. Можно хил. Главное, чтобы босса не было.
Я тут съебаться-то в любой момент могу. Тернвай. Шипастый лес. Я понял, меня ваншотнет, наверное, потому что там шипы, а я прыгать не хочу. Смотрите, у нас много куда можно пойти. Что, возвращаемся к костру? Или давайте вниз пройдемся? В пещеру ту. Давайте в пещеру сходим, все равно. У нас не так много вариантов, куда можно... Закрыто с другой стороны, все. Все. Этот вопрос исчерпан. Вот как все легко решается. Вот идешь, просто понимаешь, что туда никак не пройти, и съебаешь обратно домой. И съебаешь к себе обратно домой. Крысы там сами по себе веселятся. А тебе посрать, ты просто идешь дальше. Потому что ты понимаешь, у тебя, блядь, даже душ нету. Так, а туда я сейчас сбегаю. Заберу этот предмет. Флип. Филд, филд, филд. Блин, знаете, вот просто иконочка показана этих. Баночка с душ, но я понимаю, что там никаких душ нету. Так, там навряд ли проход есть. Ну, единственное, что можем, это вернуться назад и взять душки. Фу, мне аж стрёмно, когда они за мной бегут. Вот, рели, вот, обосраться, вот, мне страшно. Ладно, пойдем сюда. Ну, скорее всего, сюда, к пещерам пройду. У меня все равно молот есть, поэтому я там смогу сломать проход. Блять, закрыто с другой стороны. Ну, тогда, ребята, у нас остается один вариант. Это опять пиздавать до кузницы к верху. Ну, что сказать, GG. Это GG. Ой! Тихо. Ой-о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 й! Фу, иди в жопу. Фу, манать. Там не страшно, блять, они бегут за мной. Мне всегда не стыкно, когда за мной кто-то бежит. Они типа бегут, мне кажется, что они, блять, как за мной в реальности нахуй бегут. И это меня пугает. Да усрачки. Так, там мы подобрали... вам этот урну. Интересно, сколько их всего есть. Как обычно, я себе проспойлерю всю игру. Ну, я просто любитель, знаете, именно это ж adventure game, то есть игры, где мы повторно бегаем туда-сюда. И вот в чем мне нравится adventure, да хуя боссов. Я именно любитель вот игр, где много боссов. Потому что я считаю это классно, типа. И знаете, игры без боссов, ну типа, это скучно. А так ты идешь, типа, боссы. Их много, и ты понимаешь, что это круто. Боссы — это всегда круто. Но я, в принципе, знал, что здесь что-то есть. Сука, серьезно, закрыто с другой стороны. Ничего, что уже 20 минут прошло. Думаю, нет. Я думаю, все хорошо, все в порядке. Так и задумано. Походу, я что-то все равно должен получить какую-то способность, чтобы туда попасть. Либо мы должны кувырком пройти. Окей, давайте я на всякий случай сохранюсь. Полезем наверх. Да, походу, я здесь кувырок сделаю. Ну, блять, мне что-то второе предчувствие, что мы сейчас снова побежим обратно.
Арх руна. Оно это руна, поэтому. А ну-ка. Но плохо то, что они типа одноразовые. Bite damage decoration. Возвращает один дамаг. 15%. Это единственное, чего боюсь, типа, что руны это. Ну, по идее, понятно, что это материал растратный. Но все же. Fronts of Water. West. West. Frozen. Ледяное место. Рано. Ладно. Мне интересно, сколько вот эта атака наносит. Снова мы спускаемся. Spire Interns. Куда-то вглубь жопы. А какого черта челики могли? Понятно, что закрыто с этой, с другой стороны. Ну, типа, открывается с другой стороны. Ага. И что? А, понял. Чё? Чё-то нихуя не понял. Выглядит круто, но нихуя не понял. Походу это местные лифты, которые срабатывают после того, как я ударю. Так, ну он две атаки делает. А знаете, что мы теперь попробуем? Вот эту сделать. Ой, тихо. Попытка номер два. Ну хорошо, что. Сука. Я хочу забрать. Я хочу забрать то, что там. Потому что там что-то ценное. Я это знаю. Эликсиры. Так, гримуар, подожди, крысы. И все, да? Рыцаря мне, походу, нужно убить, чтобы получить гримуар. Санап. Асинг. Реликв. Давайте его. Ой. Ого, душ сколько. Ну это типа големов каких-то. Гримуары. Сентинел. Либо грим. Либо это голем, или. Не, голомс тогда был бы. А это какой-то. Так. Гримуар. Мертвый спикер. Мертвый, короче, волшебник. Здесь что мне делать? Чё? Врубился.
Так, а это не слишком-то сложно? Подожди, там еще есть куда-то проходы? Походу, это не здесь, ладно. Понятно, что открывается с другой стороны. Да. Что-то я не удивлен. Открывается с другой стороны. А как с другой стороны может быть закрыто? Окей. Еще варианты есть у меня вот такие. Даже я могу пройти? Могу. Так. Это тупик. Нет. Роутинг флэш. Главное не ударить по этому. Видите, ну... Певец, он падает с невысокой высоты, но он вздыхает. Все закрыто с другой стороны. Ну, блин, это просто из-за того, что мы бегали туда-сюда, чтобы разобраться и увидеть, что все закрыто. Не, типа, рад, но... Я нихуя не рад. Ага, снова же. Лифт. Ну, поехали в эту сторону. Ой, блядь. Ну нахер. Все. Манать. Я бы не сказал, что это босс. Так, ну у меня... Замораживает. Пиздец. А почему так сложно, алло? А можно узнать за что? Типа я сюда только пришел, а меня уже отпиздили, минус все души. И я начинаю откуда? Правильно, хер знает откуда, с самого далека. Короче, нужно экономить души. Ну, не души эти, фляги. Если там жопа. Нет, скелет, он как бы не сложный. Скелет не сложный. А тут крысы нету. Получил? Падла. А не сложно. Так, 18 урона.
Но они сложные. А если в эту? А, ну типа тут без разницы было. Ну что, пиздец. Ой. Стоп, 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 я умер? Чё? У меня аж хп было. Так, вот это сейчас момент, я не понял. У меня было еще 3 хитпоинта. Я их просрал. Чё? Окей. Значит, я что-то с ним задрался и забыл. Либо он меня просто взрывом ёбнул. Одно из двух. Смотрите, это можно тайм-аут делать, типа. Нет, варына. А, ну давайте смотреть снова. Не, ну я сейчас просто туда вернусь, я убью двух магов и япнусь. Ну, я не знаю, сколько там за скелета дадут, конечно. Подей много. Для меня главное это вот это пройти. Хорошо, что он вначале меня этот прячет. Да, я не успеваю здесь. Хорошо. 19 урона. Ладно. Ай. Тихо. Фу,
пиздец, мне сразу почти апнули до next level. Вот это сложно, слышите, это сложно. Вы должны мне хотя бы дать тогда вот эту новую флягу. Окей. Я получил ключ. Хорошо. Релакс. Гримуар. Фрозен ледяной гигант. Get. Get. Подожди, может я теперь эти могу открывать все? Оу. Круто. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.